Всякий человек хочет участвовать в деятельности по обустройству мира. Люди обычные, мы же тоже участвуем каждый день в этой работе. Но многие, во-первых, это не осознают, во-вторых, от этого бегут, стараются как можно меньше этим заниматься. Но если мы обратимся к нашей совести, это требование какое-то, которое есть к нам, как к людям, делать мир лучше вокруг себя. Просто многие люди разочаровались в этом требовании, многие люди испугались этого требования, они отринули от себя это требование, и, в общем-то, они как личности гораздо меньше состоялись.